Всем привет, друзья! Сегодня у нас речь пойдет о микрофоне, петличном микрофоне Боя. Вот такой вот. Покупал я его на том топе. Отличный микрофон. Можно увидеть характеристики, какие по ссылке в описании, если интересно посмотреть. Коробка немного примялась. Ну и давайте теперь распакуем его и посмотрим, что у нас есть. Итак, сейчас мы посмотрим, а потом протестируем этот микрофон и попробуем его подключить через переходник к вот этой камере. Это Osmo Pocket. Как раз я еще не снял более детальное видео про него, снял кратенькое видео про эту камеру, но в принципе она мне нравится, хорошая, неплохая, и уже скоро будет видео более детально про Osmo Pocket. Ну а сейчас мы попробуем, просто она звук пишет плохо, в метре, конечно, слышно тебя четко, но тихо, то есть нужно повышать голос, чтобы, то есть если на расстоянии метра снимаешь, если на вытянутой руке, то более-менее, но нужно не забывать, что микрофон находится вот здесь снизу, и что его не нужно закрыть, потому что можно его закрыть. Петличка нам придется как кстати, если она будет работать с Osmo Pocket. Так, давайте посмотрим. Вот такая вот коробка. Вот здесь у нас петелька для того, чтобы можно было ее подвесить в магазине, допустим. Вот, откладываем. Далее инструкция. Инструкция у нас на английском языке. Здесь какие-то технические данные. Я в них не разбираюсь. Мне важно взять результат. Далее у нас вот такая вот гарантия, я так понимаю. Это то ли по возврату, то ли что. Тут заполняется адрес, в общем, есть такая вот бумажечка. Дальше идет вот сумочка, в этой сумочке было все упаковано. Здесь у нас есть силикат гель, сумочка вот такая вот кожаная, красивая, Боя, все у нас отлично, классная сумочка. И вот в этом пакете были дальше вот это, не знаю, как она называется, то есть она одевается сюда. Если знаете, как она называется, напишите в комментариях, то есть... Для того, чтобы от ветра, ветрозащита была и не слышен ветер был. Прищепочка металлическая. Батареечка. Батареечка нам нужна для питания. Батареечка была запакована еще в отдельный пакет. Вот такой вот. Но я его уже открыл. И сам микрофон. Микрофон очень длинный провод. Идет, состоит из двух частей. То есть вот эта вот штука куда-то на пояс цепляется или еще куда-нибудь. Это цепляется у нас к, получается, куда-нибудь на одежду. И вот длинный кабель к подключению. И есть переходник для того, чтобы подключать на вот такой вот большой. Давайте, оп, вставим, туго вставляется. Вот такой вот переходник еще есть у нас. Все это обтянуто вот таким вот стяжечкой Боя. Все сделано качественно, красиво. То есть, ну, визуально вообще у меня никаких претензий к этому ничему нет. Итак, я взял переходник. Теперь нам нужно вставить батарейку. Вот так это раскручивается. Вот эта база, и она включается. Здесь переключатель у нас идет для камеры или для смартфона. Мы попробуем и этот, и тот режим подключить. Оба режима подключим к камере, потом подключим к телефону и все проверим. Итак, я так понимаю, плюс-минус. У нас плюс сверху. Вот. Не так-то просто вставить эту батарейку сюда. Вот, вставили. Все, и теперь закрываем крышечкой, и по идее у нас все должно теперь работать. Прикрепим сразу прищепочку. Так, цепляется она вот здесь, такая пластиковая есть выемка. Вот. И все у нас готово, можно цеплять. В принципе. Вот, скрутил все в мешочек. Давайте посмотрим, как у меня это получилось. Поскольку я буду ее использовать с Osmo Pocket, я сразу переходник оставил прямо здесь. Вот этот переходник, этот я не знаю, он используется, ну пока пусть, чтобы не потеряться, полежит в пакетике, потом я его куда-нибудь положу. Но он мне по сути не нужен, потому что у меня нету куда его втыкать. Это для больших видеокамер, я так понимаю. Вот, но это отлично, что он есть в комплекте, но мне он не нужен. В данный момент мы пишем запись звука на, ну, звука и видео на ZTE Axon 7 Mini. Именно его я выбрал, потому что у него есть вход 3.5, то есть без переходника. И проверим, как записывать теперь микрофон. Прицепил микрофон в петличку. Телефон находится на расстоянии где-то метр-полтора от меня.
провода очень много, то есть телефон я могу установить в другом конце комнаты, и его достаточно будет для того, чтобы было меня слышно. Давайте теперь попробуем что-то записать на Osmo Pocket без микрофона, и потом уже с микрофоном мы проверим, будет ли разница, будет ли работать микрофон. Сейчас записываем на Osmo Pocket без микрофона. Просто вот запись, как слышит Osmo Pocket меня на расстоянии, наверное, вот рук, двух рук от меня. То есть это, ну... 1,20 м. Подключаем переходник и будем подключать его к Osmo Pocket. Итак, подключили к Osmo Pocket через переходник микрофон-петличку. Я надеюсь, слышно лучше. Сейчас мы говорим в режиме смартфон. И я хочу попробовать переключить его на камеру. Прям переключить и будет ли записано. Вот, переключили на камеру. И я не знаю, как будет слышно, не будет. Будет ли вообще какой-то эффект. Я еще не проверял, работает оно или нет, поэтому все в онлайн-режиме, так сказать. Ты классно, у ноутбука звук просто отвратительный, его, ну, нереально, как бы, отвратительный, просто безумно отвратительный. Вот, то есть, вот сейчас мы вот это прослушали, и теперь давайте подключим уже Бою и послушаем, как с Боей он будет писать. Включил микрофон петличку, на шею закрепил его, и вот так вот он пишет петличка. Давайте немножко громче сделаем, давайте на максимум выкрутим и посмотрим. Все прекрасно работает с Аксоном 7, почему-то отказался работать. Я проверил переходник работает, еще проверю другой. С Osmo Pocket тоже отказался работать. Ну, давайте сейчас детальнее расскажу. Последний тест, теперь это Mi 6, будем его проверять. Я уже проверил, работает микрофон в видеозаписи, он не работает, нужно включать отдельно диктофон, и там уже запись работает. Хотя у меня в Mi 6 проблемы с звуком нету, отличный звук, я считаю, что звук именно в Mi 6 один из лучших из того, что я вообще слышал. Даже камеры, многие камеры так классно звук не пишут, как Mi 6. Сейчас мы включили аудиорекордер, на него записываем звук, вы слышите это звук с него. Сейчас мы остановим, сохранимся и... Теперь подключили петличку Боя и давайте попробую по ней постучать. Для проверки, что это он действительно пишет на него. Вот, сохраняем. Итак, друзья, итог. Петличка Боя, отличная петличка, работает, но не совсем то, что я хотел. Я ее покупал целенаправленно, чтобы работать с Osmo Pocket, но у меня не получилось ее подключить, и сейчас я расскажу почему. С ноутбуком все работает отлично, звук записывает тише, но намного качественней. С Mi 6, как мы услышали, тоже звук намного тише. В данный момент я пишу звук просто на камеру Mi 6. У меня не получилось стандартную камеру подключить петличку, чтобы она работала с стандартной камерой. Приложение аудиозаписи у меня получилось, то есть если пишем просто без подключенного микрофона, он пишет просто на микрофон, встроенный в смартфон. Если подключаем петличку, он пишет на петличку, мы это проверили, звук немного тише, чем на стандартный микрофон, но качество мне показалось намного лучше. Это чище, я бы сказал, звук. Так что микрофон через петличку работает, потому что у Mi 6 нету 3,5 выхода, есть только Type-C, и мы проверяли его через этот переходник. Переходник рабочий, и я целенаправленно покупал этот микрофон для Osmo Pocket. Не получилось, я полез в интернет, начал искать информацию, думал, возможно, может, переходник не подходит. Нет, ни один переходник не подойдет. Скорее всего, в комментариях много людей писали об этом, записано уже много видео о том, что микрофон у Osmo Pocket не работает через Type-C. Даже если вставлять наушники Type-C сюда, он не работает. И в комментариях там часто встречено, что скорее всего недоработана прошивка, то есть нужно ждать прошивку, как, в которой научат работать Osmo Pocket с микрофоном. Поэтому вот такая вот печаль, но в любом случае микрофон отличная вещь, то есть скорее всего я буду его использовать не так часто, как планировал, то есть я планировал вообще все записи на Osmo Pocket записывать с этим микрофоном, потому что Osmo Pocket плохо пишет звук. На таком расстоянии, как мы сейчас с вами, он будет писать, наверное, в два раза тише. Теперь же я буду использовать этот микрофон для подключения для онлайн-трансляции, скорее всего, когда мы будем проводить онлайн
онлайн-трансляции розыгрыша с ноутбука, когда я их провожу, потому что на ноутбуке хуже. И я купил там микрофон, который можно таскать с собой, но он тоже как бы не лучшего качества. Поэтому буду использовать микрофон с ноутбуком и буду использовать микрофон там, где нужно будет отдалиться немного камеру. Допустим, тот же запись на Osmo Pocket, а параллельно буду записывать, подключую к телефону микрофон и буду уже записывать с микрофона сам текст. То есть, скорее всего, в данный момент придется помучиться так. Но я буду следить за вопросом, и как только появится информация, что можно подключить микрофон к Type-C Osmo Pocket, я об этом вам сообщу. Микрофон мне очень понравился. Я действительно, ну, не жалею, что я его купил. То есть, даже то не получилось той цели, для которой я купил, но я его не жалею. То есть, вас, скорее всего, доработают Osmo Pocket, и мы будем в этой связке работать, потому что действительно он пишет хорошо и качественно. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!